Вот так вот. Вот это скилл я называю. Вы смотрите, как что я на телефоне творю. Просто без проблем. Вот так вот, шикарно. Всем привет, с вами снова я, Одер, это игра «Последний день на земле» или же Last Day on Earth Survival. Сегодня у нас будет второй этаж бункера Альфа, также еще и третий. И сейчас визишку закину, значит, что на две переработки, 18% что на схему оружейную, что на карбон. Ну, посмотрим после бункера Альфа, что у нас получится. Сегодня будем пытаться. Также еще, наверное, уровня 2 сможем поднять. На это я, по крайней мере, надеюсь. То есть у нас есть лекарь с семенами мозговухи, сесть и посмотреть. Эффект от семян мозговухи эффективнее, и 1 час 14 минут. Дается баф на 1 час, а у меня 14 минут сверху за счет того, что у меня есть навык, который увеличивает баф временный. И еще давайте покормим собак и попытаемся поставить тех, которые больше всего мне опыт смогут принести. Хотя в первую очередь мне... Наоборот, важно, чтобы собаки выросли. Ну ладно. Вроде кобель был. А, самый первый, скорее всего, да. 6% он мне дает. Так что заменяем какой-нибудь один. Ну тут вообще нечего. Так что вот так вот сделаем. Гроза у меня белая собачка, пока я ее ни с кем не скрещиваю. Тут у нас 4%. Отличненько. Так. Место Шейлы. Опыт на 4%. Все отлично. У меня в итоге баф получается 114%, и давайте, раз уж такое дело, я еще залутаю витаминчики. И отправимся на старую, то есть в бункер Альфа, я какую нафиг старую ферму. Бункер Альфа, и я буду там как-то более-менее экономно проходить, постараюсь, по крайней мере так. Еще в конце можно журналы поюзать как раз таки. И мы сегодня ранга 3, наверное, поднимем. 4... железные трубы беру, давайте тесачок еще на всякий случай я возьму, тут валяется тесак, в этом ящике вот такой вот тесачок, 6 гранат, вот это вот броня, которую вы видите, это рабочая, и святая троица в виде 6 единиц кожи, пластин и гвозди. Ну и 15, конечно, клея, чтобы эту всю броню склеить, проапгрейдить. Почему я так собрался? Потому что у меня закроется через... 1 час бункер Альфа. Эти детали я сразу ему скину. Ну, посмотрим. Думаю, что мне должно хватить этого всего. 4-й этаж я уже зачистил. Это надо было для задания рейдеров. Ну, поэтому я там быстренько не парился. Проходил. Главное сейчас забрать весь лут. За 1 час надо все успеть. По логике, слишком много времени не должно у меня на это все дело уйти. Не будет все зашибись, если реально так будет. Надо было хило наоборот. Побольше взять, перестраховаться, мало ли там мне хила реально не хватит. Детали тут копятся. Потихоньку. Гранат я пока тут не вижу. Так, залазим внутрь. Сначала пойдем на второй, потом на третий этаж. Напишите в комментариях, стоит ли делать видео с экономным прохождением без гранат. Как я буду проходить второй, третий этаж. Можно еще и 4-й туда запихнуть. Или вы уже все сами знаете, да? Так. Ну, у меня, конечно, нету мелочи приятной в виде пальчика, который можно запихнуть в автоматик. Ну что ж поделаешь. Ладно, сейчас скинем, получим несколько схем. Повторяюсь, я уже закинул, значит, целую узишку себе в станочек. Посмотрим, что из этого получим. Так, это использовано, окей, давайте еще до конца. Что смогли, то сделали, окей, давай бегуна сейчас снесем. Я, правда, не знаю, что мне будет надо говорить. Ну, посмотрим, что у нас получится. То получится, как есть, так есть. Тут у нас... Ага, я отсюда уже броню забрал. Тут броня вот такая. И получается, если я на слепыша захочу пойти, то у меня все, кирдык. Вот так вот сделаем. Эту трубу долутаю. И одну кувалду, как видите, взял на 2 этажа. Также монтировка мне понадобится. Ну и давайте добавлю вот это все. Я бинты... Я красные карточки забыл. Так, 2-й этаж. Я красные талоны забыл. Там 15 штук почти их. 14, если быть точным. 14 штук. И получается, сейчас бы я бы мог спокойно открыть ящик за красные талоны и вас тоже порадовать лутом. Ну, все к лучшему. Насколько пройдем, настолько пройдем. За часик неплохо мы уровень покачаем. Надо было взять ту кувалду, которая там наверху была. Да, не экономный, но зато покажу в целом. Вроде как на дальность это не должно все влиять. То есть, где я достаю, вы тоже должны будете достать.
Вот так вот потихоньку ломаем. Лучше вам, конечно же, взять, сразу говорю, не кувалду, а разрушитель. Для экономии вам он больше подойдет, потому что у этого, у этой кувалды урон почти как у разрушителя. Урон, мне нужен просто урон в 50 единиц, что тут как раз таки есть. Это мне и позволяет. Насчет, если говорить уже как раз таки насчет чего я хотел сказать. А, насчет брони этой рабочей. То при условии, что у вас больше 102 хп. А как же скрытно открывать дверь? Просто во время бега, вот когда выделяется, вы нажимаете использовать. И потом сразу присесть. То есть, сейчас. Вот в этом удилось, нажали присесть. Сразу, все. То есть во время бега. Такс. Тут можно скрытые атаки попытаться нанести так, чтобы второй не сагрился. Бывают такие моменты, но вроде даже как нереально звучит. Так, ладно. Будем за счет гранат как-то более-менее быстро проходить. Быстрее, по крайней мере. Но, блин, тут за счет перезаходов можно неплохо сэкономить. И всяких без гранат. Просто с разрушителя, считай, всех яростных гигантов вы убьете, и в этом вся прелесть будет как раз-таки заключаться. Скрытая атака по толстяку. И вот сюда надо гонять по логике. Так сделать, чтобы они распределились. Так, вот они начали бежать, чуть-чуть подождали и снова вот сюда. Одного споймали. Можем сразу убежать к этому. Потому что пока тот добежит, мы этого уже сломаем. Так, десяточку снимает. Вот тут. Ладно, самохил использовал, ничего страшного. На следующий момент это два толстяка еще есть вот тут. И два такси... один токсичный, другой обычный. Там. Так. Тут пытаться скрытые атаки не надо делать. По той причине, то, что они в любом направлении будут агриться сразу на вас. Так, вот, распределили. Вот второй подошел, мы начинаем ломать второго. Спокойненько, не паримся. Броню, сразу говорю, взял целую. Пока мы с ней открывайте эти врата, калитку, так скажем, дверь, потому что она еще нам может понадобиться. Вот и осталась, то есть сломалась та монтировочка. То есть какая нафиг монтировочка? Железная труба, которая осталась при зачистке 4 этажа бункера Альфа. А тут лучше всего просто прямо пробежать. Вот тут немножко загвоздиться надо будет и потом поворачивать. Агась. Ну не получилось, окей. Отомстил. Прям жестко так. Ладно, шучу. Окей. Ждем. Вот как раз один отходит, другой сейчас подбежит. Это нам как раз таки и нужно. Дальше турельки я, как вы поняли, трогать не буду. Турели трогать надо, если вам нужны оружие и детали, потому что лут в ящиках, которые они охраняют, хорош. Ну ладно, вообще плохой, но иногда попадается одна приятная вещь под названием красный талон в ящике, который они как раз таки охраняют. Ну тут по логике как можно сильнее отбежать, чтобы спокойненько по одному их вытягивать. Можно в принципе вот так вот, то есть они вас побили, можете еще как-то попытаться распределить их, можете через стенки там мутить, прелести разные. То есть встать так, чтобы этот ТТшка доставал до вас, токсичный толстяк. А эти ТЗшки до вас не будут доставать, и получается они подойдут к вам гораздо ближе, и в итоге у вас получится как раз таки сделать распределение урона по своему персонажу. Так, вторая скрытая атака, естественно, с трубы. Такс. Ну, тут одного вот так вот надо спрятать. Угу. Окей. Вызов принят. То есть, увидел замок, выскочил, ударил. Так, тут я промахи дал. Технология очень простая, если не можете пользоваться, то не пользуйтесь. Против яростного гиганта это просто шик. Без всяких гранат. Ну да, некоторое время вы потратите. Так, во время ходьбы мы должны нажать на руку.
и потом сразу присесть. И все отлично получается. Так, я вот с этого ракурса пойду бить. Потом вторая скрытая толпа. Отлично. Некоторые не понимают смысла, то, что не обязательно приседать, когда ты там открываешь. Ну, в принципе, зато сэкономить можно. Тоже мелочь, но приятно. Да, я воды по 5 не взял, но есть почта, ежедневный бонус. Многие не догадываются, что это ежедневный. То есть, если вы каждый день будете забирать, то у вас каждый день будет появляться этот бонус. Первым делом тут можно сразу активировать терминал. Так, сейчас водички попьем, тут глотнем. Глотнули водички, и теперь можно вот этого чувака позвать. На нем попрактиковаться. То есть, вот сюда встали. Такс. И начинаем на нем практику. И, кстати, насчет Last Day on Your Survival, что хочу сказать. Если вы через мобильный играете данные, то это хуже, чем через Wi-Fi. Потому что, когда играешь, вроде бы 4G, хорошая связь, отличная, но... А скорость тоже как бы хорошая, да? Но стабильное соединение плохая все равно в любом случае. А тут, в принципе, этих толстяков можно полностью не трогать. Подзабить на их убийство. Сделать скрытую атаку. Перезашел на этаж, например. Можно и вот так вот перезаходить. То есть добежали до лифта, перешли на какой-нибудь другой этаж. Там выбрали тот лифт, то есть тот этаж, с которого вы вернулись. Возвращайтесь обратно и наносите снова скрытую атаку. Но лучше всего миксовать такую схему кувалда плюс разрушитель. Потому что, смотрите, кувалда пусть имеет урон 50 единиц, но она вам разрушитель не заменит. Потому что при скрытой атаке вы видели, сколько дает. 148 единиц снимает, а у токсика 300 хп. То есть двух ударов вы не снимете. А кувалда без модификации, также разрушитель без модификации, вам идеально дополняют друг друга. 55 плюс 45, и того умножаем на 3, ровно 300 единиц. Ну, сотня и на 3. Все нормально. Ну а тут, как видите, один корявый удар останется. Сделать. Агась, мы задели такого маньяка. Ага, собака. Вы смотрите, какие они подстраиваться не хотят. Окей. А так лучше не париться, а сразу сломать. Это так, для экономии вам показал. А, так, остаются дикие гиганты и вот эта вот толпа заветная. Так, вот сюда. А, ну что ж, тут получается мне надо тупо всех агрить. Так, ломаем. Потихоньку за хп своим смотрим. Сейчас будет большой кружочек от нас. Все. Погнали, значит, в первую комнату с яростным гигантом. Там надо убить двух бегунов. Получить как раз-таки еще один новый уровень. Уже 50 уровней, до 200 осталось. Неплохо. ХП сразу восстанавливаем как можем. Потому что помним, что в эту броню нам сломает яростный гигант. Ровно 100 ХП сносит. То есть мы не можем себе допустить там различную прелесть. Так. Все. Теперь пошло-поехало уже экономия с разрушителем. Реально, было бы гораздо круче, если бы вы разрушитель взяли. Так. Тут подходите, бьете, останавливаетесь. Ну, немножко так сэкономим. Как раз ровно 2 гранаты, 2 взрыва вам понадобится сделать. Но с разрушителя он по вам может и не попасть. То есть, если вы делаете с разрушителя удар, то больше шанс, что вы уйдете целым и невредимым. Так, ну тут маньяка надо просто тупо сагрить. Можете всю толпу оббежать, кстати. Так, я гранату подготовлю, нам труба уже не нужна. То есть ждем. Вот сюда бежим, вниз. Аккуратно тут надо все делать. Дистанцию соблюдать. Потом вот сюда. Садитесь. Скрытая атака. Ударили. Ну и все. По логике вам было бы неплохо их сначала в кучу собрать. Для начала. И потом кучу эту раскидывать. Потому что я сейчас не знаю, где ходят другие, бродят. И в любом случае сейчас их кучу придется собирать. То есть я сейчас вверх пойду и посмотрим, что из этого получится. Не другая толпа. Опа-на, они отсюда идут. Отличненько. Это целый гигант.
Можно было бы, конечно, их по кругу поводить. Так, вон там второй. Сейчас я, в принципе, знаю, где их можно будет поводить по кругу. Но главное самому не запутаться. Это вот тут в этих местах. Вы также можете еще в различных точках вставать. Но вот тут я не рекомендую, потому что вот эта часть может пробиваться. Тут не все стенки. Не все стенки не пробиваются. Непробиваемые. Есть стенки, которые как раз таки пробьются, а есть стенки, которые не пробиваются. Ну, в принципе, вот сюда остановимся. Реально не ждем. Будьте поаккуратнее. Потому что вы можете под удар попасть. Так. Но тут один из легких способов был бы. Так. Но толпа тут все-таки распределилась на части. Угу. Вот еще хорошая точка, в принципе. Чтобы вот эта схема работала, вы просто-напросто... Вот, да-да-да, отлично. С другой стороны надо вам будет потереться. Такс. Все, вдоль стеночки вот так вот. Идем-с. И давайте выберем, наверное, самый легкий путь. Это граната вот тут будет. Взломщика не трогаю. Вот тут буду на повороте им бомбить. Пускай за мной идут. На поворотах они больше задерживаются, именно поэтому я считаю, на поворотах лучше всего проще будет. Так, все, кидаем гранату. Минус 200. Оу, щит. Сейчас она далеко доставать будет. И можно теперь вот тут на повороте кидать гранату. Ну, смотрите, как тут толпа разбрелась. Но я, пожалуй, все-таки вот тут сделаю взрыв. Потому что сейчас последнего можно не догнать. Все, некоторые взорвались, как видите. Ну и третью гранату вы можете, конечно же, потратить. А можете вовсе и слиться. А насчет перезахода. Вы можете просто не перезаходить. А поменять пол. Либо же открыть-закрыть игру. Меняем пол. Сейчас просто тупо скрытые атаки. Две гранаты потратили, этого достаточно. И просто по скрытой атаке проходите. Было бы, конечно, идеально. Если бы вы просто пробежались... Сразу изначально скрытые атаки замутили. И желательно с разрушителем, вам было бы гораздо проще. Так. Ага. С этим это не проканает. Окей, понятно. Ну, вы имейте в виду, что можете себе позволить. Еще одну гранату, если такая есть возможность. Ну и последний удар делаю. Я просто не думал, что... Да, это было легко предсказать так-то. Окей. В принципе, 5 выстрелов с Glock 17, это не проблема. Так, тут сразу надо будет отсюда присесть. Берем кувалду. Потому что у этого сотня должна ровно остаться. Может, какой-то маньяк и попадется, у которого меньше будет. Скрытая атака. Забирай. На третьем этаже гораздо проще в этом плане будет. Броня будет целая осталась. Пустое хранилище, окей. Да, я сейчас много уже 25 минут потратил на это все. Хотя не на сам бункер, потому что на базе уже нормально побегал. Типа за 20 минут можно спокойно уложиться. Самый быстрый этаж это четвертый. Ну, пока мы себе взять все будем брать. Тут надо от батареи приседать. Ну, например, от этой первой. Вот. Вот так вот. Еще скрытая атака. 152. Вот это мелочь. Тут он где-то не попался, значит, просто-напросто. Он под один выстрел попал, под другой не попал. Также могли бы дальность подобрать, но стоит ли? Так. Добил. Ну, получается, этот гигант по логике должен был сдохнуть. 152. По нему один удар не прошел. Один этот... Один взрыв. Он дальше всех, походу, был. Надо было в кучу просто идеально все собрать. Вы учитесь на ошибках, наблюдайте. А я пока попарюсь. Для меня все равно это хоть какая-то экономия по логике. Хотя я и так сам экономно прохожу. Зачастую. Выделил часик-полтора. Прошел бункер. И не паришься. Зато в плюс на 7 огнестрела выхожу.
неплохо, что такой бонус шикарный, как по мне. И у нас получается еще два яростных гиганта остается. Да, я огнестрел не взял против них. Придется как-то с этим самому разбираться. Так, турель нас доставала, и из-за того, что мы перезашли, она сейчас до нас доставать не будет. Так, берем кувалду. Ага, у нас там еще второй гигант, вот этот, например. Какие недорасчеты. Окей. Будем разбираться. В принципе, если не жалко третью гранату потратить, можно было бы и потратить, потому что с этого этажа можно гранаты две спокойно получить. Так, чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед. Замах увидел. Опа-на. Вот так вот ставился. Замах вышел. Ага. Тут, например, стенка хорошо не пробивается. Оу. Амплитуда какая большая у стенки. Либо я не знаю, где я стою. Убил. Все отличненько. Блин, правда, на стримах так очень сложно будет делать. Потому что направление лагать будет. Такс. Угу. Тут лучше, ребят, не суетесь. Он подкоцанный. Надо именно через красный коридор суваться. Именно через красный коридор. По той причине, то, что он сагрится в любом случае. Сейчас тут вдоль стенки лучше идти. Стоя. До конца дошли, садитесь. Опа-на, вот тут. Ха-ха, да-да-да. Вот этот как раз таки сдыхает, потому что мы по нему скрытую атаку сделали. А этого надо будет еще добить. Скрытая атака. Отлично, все, сняли. А теперь я не знаю, что с этим маньяком сделать. Залутаться надо. 6 красных талонов, беда. Оу. Воу. Я не знал, что ты потянешь. Давай дальность подберем. Вот видите, когда дальность подбираете, то он даже не попадает. Ну окей, на тебя гранаты тратить не буду. 2 гранаты на этаж, я думаю, достаточно будет. Самое то. Если скрытые атаки сначала вы сможете. А на третьем этаже я не знаю яростных гигантов, по которым вообще скрытую атаку не сделаешь. Так. Угу, одного знаю. Одного вспомнил, но там его через стенку можно будет сначала замочить. Вы также можете через стенку с огнестрела стрелять. Но в любом случае, если даже просто будете тариться... О, горячий парень. Надо было на тебя самохилку потратить. Вот так. Вот это скилл я называю. Вы смотрите, как шо я на телефоне творю. Просто без проблем. Вот так вот, шикарно. А! Самохил, твой черед. Если не фрезы, было бы реально неплохо. Ладно. Залутаем, значит, заветные ящики, которые с цепью. И посмотрим, сколько гранат мы отыграем. 2 гранаты потратил, надеюсь, что и верну. Их тоже смогу. Так, самохилка. Опа-на. Вот одна граната есть. Здесь все. Вот это я не забираю. Бред. Полнейший. Так. Гранаты добиваю. И это докидываю. Сейчас схиляться буду долго. Да и хилы, в принципе, я взял мало. Очень мало. Даже стака вроде бы бинтов не взял. Это минус. Большой такой, приличный. Вот и все, 31 минуту потратил, но, грубо говоря, у нас еще 30 минут на третий этаж бункера Альфа есть. И, может быть, даже разобью это видео на части, может, не стоит, но посмотрим. Если что, в комментариях напишите, мало ли кто смотрит сейчас меня до этого момента, да? Если что, напишите. Я так как раз-таки еще и пойму, досмотрели вы меня до этого момента или нет. Да-да-да, все... вот такие вот дела. Навык, какой ты хочешь? При атаке на чужую базу вы сдаете на 6%. Это, в принципе, даже неплохо, там, когда ящики ломаешь. В принципе, неплохой бонус. Ладно, погнали. Сегодня, значит, без красного ящика побудем. Ничего страшного. Есть огнестрел, нет огнестрела. Главное, просто погуляю по третьему этажу, талончики пособираю. Проще будет. Так. Третий этаж. Ну, сейчас было бы, конечно, неплохо ресурсы скинуть. Ибо нам что-нибудь придется доапгрейдить. 4 ячейки освободятся. Но при этом надо, чтобы одна ячейка свободная появилась. Ну что, погнали.
Скрипт над... открываем, мы дверь на бегу, то есть как увидели руку. Я тут не совсем правильно все сделал. Заболтался. Ломаем. Можете, кстати, отвести к стенке. Я, кстати, некоторые стенки вам могу сразу показать, которые будут пробиваться, а которые нет. Так, скрытая атака лучше всего с кувалды идет. По ТЗшке. Потом по ТТшке. И добиваем уже с трубы. Вот так. Отлично. Так, обращаем внимание на прочность брони. И делаем вывод, как лучше куда идти. Либо нам еще апгрейдить придется. Но ничего, зеленки можно будет талон удалить. И тогда будет все хорошо. Так, агрим вот этих ребят. Вот так вот по одному будем мочить. Главное, чтобы не сразу все три били. Ну, то есть, если все три, это будет плохо. Быстрее отлетим. Так. Самохил скоро даст о себе знать. Броня, в принципе, почти отлетела. Давайте зеленку удаляем. И начинаем крафтить. То есть, у нас вот есть усиленная шапка. Это мы не можем крафтить, потому что надо сразу одевать. Ячеек свободных нету. Ну и насчет последнего можно уже не париться. Так и так место будет. До конца докидываем. Все, отличненько. Погнали дальше.